Традиционно субботним утром горожане спешат на халык базара приобрести продукцию товаропроизводителей сельского региона Экибастуза. Тут и цена ниже, чем на городских рынках, и качество, которое ценят экибастузцы. Конечно, нужно, чтобы люди приходили, брали уже чисто все выращено своими руками. Цены ниже, чем в магазинах. Нормально все, весело, здесь хорошо. В этот день своим товаром жители Экибастуза радовали не только сельские округа нашего региона. Свою плодово-овощную продукцию завезли предприниматели из Аксузского района, а также Железинки. Вообще картошка железинская. Я сама железинская. Я люблю продавать железную картошку, потому что она всегда очень вкусная. Она не черноземная, натуральная картошка. Ну, далеко, да, очень далеко. Но мы хотим, чтобы наши экибастузцы всегда кушали это железинскую картошку. Вся продукция отпускалась по заявленным ранее ценам. Мясо говядины и баранину экибастузцы могли приобрести по цене 1300 тенге за килограмм. За конину нужно было отдать 1500. Сахарный песок стоил 220 тенге за кило. А лук репчатый оценивали 45 тенге. По словам советника акима по сельскохозяйственным вопросам Сансызбая Тулебаева, как подспорье для населения, ярмарка сельхозтоваропроизводителей нашего региона будет проводиться еженедельно. Тут главное, чтобы был покупатель, а товар у сельчан в наличии есть всегда, отметил советник акима города Экибастуза.